Пришел проститься до следующей зимы. Июньский Дед Мороз сегодня загадывает последнюю в этом году загадку. Полномочия передаст брату Нептуну. А пока смотрим, где новогодний волшебник оставил свой зимний подарок. Девчонки, домой собрался. Масленица же скоро уже. А Дед Мороз у вас нагостился. Вот думаю, куда подарок напоследок запрятать. Ну, теперь смотрешки, ты профессионал, ты теперь все про нее знаешь? Ой, смотрешку-то изучил вдоль и поперек уже. Могу на чем угодно смотреть. Где угодно и что угодно. Везде, где есть интернет. Везде, где есть интернет. Даже здесь, на горе. А здесь на горе интернет есть? Мобильный. Ну, давай посмотрим. Там олимпийские соревнования должны нынче идти. А где подарок-то прятать будем? Люди-то не найдут, гора-то большая. Ну, не знаю, может, тогда поближе к городу? Ну, давай. Поехали прятать подарок. Поехали. Следите за новостями. У!